Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и прямо сейчас я создаю новый аккаунт, а все для того, чтобы показать, насколько мощно можно развиться за какие-то 48 часов. Так, ну что ж, первые секунды спидрана, по таймингу у нас 16:26, и сразу же вводим команду /promo, сюда активировать промокод, и в этой табличке вводим хэштег Pozi. Этот имбалансный промокод выдает нам платину випку на 50 часов и самую дорогую тачку, Bugatti Lanoir тоже на 50 часов. По статистике у нас первый левел и уже Bugatti в кармане. Так, ну шо, полетели спидранить. Выполняя вот эти квесты, можно получить кучу XP, поэтому мы ими, конечно же, займемся. Сразу проверяем лицензии, ну у меня здесь пусто, но некоторым новичкам сразу со старту выдают права на машину. Сразу еду на шахту, потому что туда реально ближе. Заработали на шахте 1000 рублей, заканчиваем работу и выполняется первый квест. Кстати, випка, которую мы получили на халяву, дает нам тройной payday плюс еще увеличенная в 2 раза зарплата. Заходим в Black Pass, чтобы посмотреть изи задание. Ну вот первое, посетить забегаловку. Тупо забиваем в GPS ближайшую закуску и едем туда. Дальше нужно просто зайти в само здание и все, задание выполнено. Вот настолько легко. Потом заходишь в Black Pass и забираешь 5000 баксов. Таких квестов куча, выполняй не хочу, и будут тебе деньги на сдачу прав в автошколе. А я вот решил забежать в магазин одежды и купить там самый дешевый скинчик за 6000 рублей. Выполняем, да, ушли в минус по бабкам, но зато получили уже 2 очка XP. ЕППшить это, конечно, плохо, но на скутере это возможно, поэтому спидраним. А все для того, чтобы быстренько залететь в правительство и выполнить задание из Black Pass. Заехал в больничку и выполнил еще одно задание. Забрал все награды и на руках уже 13к. Не теряя времени, быстренько покупаем себе медкарту. Нам говорят, жди 10 минут, но нет, чуваки, я не буду ждать, я лучше быстренько поеду, сдам на права. Подъезжаем к автошколе и сходу сдаем права на автобусника. Сами права нам не понадобятся, но зато мы выполнили квест. А теперь уже бежим сдавать правильные права. Блин, там уже моя медкарта готова. Все равно быстренько прохожу экзамены и сдаю права на легковое авто. Хотя бы для того, чтобы ездить на своей Бугатти. После чего летим в больничку. Я, конечно, заказывал медкарту в Арзамасе, но в Лыткарино я смог забрать медкарту и, как видите, получил 10 тысяч. Не теряя времени, по GPS отправляемся в магазин аксессуаров, и тут мне надо купить самые дешевые чечи за 10к. Возвращаем сюда 10к, плюс еще апнули новый уровень. Да, по статистике у нас 2-й левел. И сделал это всего за 30 минут. В донате вижу, что у меня уже 3 блэккоина, а это значит, что я получал payday, и плюс 3 XP мне тоже тогда зачислились. Кстати, еще в магазинчике мне доступен подарок, и из него выпала какая-то машинка на 10 часов. Как жаль, что мы на ней не покатаемся. По дороге к Бугатти решил забежать в правительство, дабы устроиться на работу, но выбрал курьер, тут в принципе не важно. Выполнили очередное задание. Вот я заспавнил тачку с подарка, ну естественно мы выбираем Бугатти. Прикиньте, бомж 2-го уровня и уже катается на Бугатти. Круто. Офигенно. Залетел на работу курьера, в принципе это не так выгодно, но с випкой в 2 раза выше ЗП. Получил какие-то 6 кассиков и понял, что легче будет апнуть 3-й уровень и работать на кладах. Для этого в магазинчике я купил телефон, получил 1 XP-шку, дальше я активирую промокод хэштег 18к и получаю еще 2 XP-шки. Залетаю в банк и создаю банковский счет под названием Speedrun, за что я еще получаю XP-шку. Не думал, что так будет сложно. Сложно найти Фому, но наконец-то меня пригласили, и я выполнил квест. И денежек подфармил, и сюжетку заспидранил. Решил залететь в клуб, а мне говорят, что я не прошел фейс-контроль. Я что, так плохо выгляжу? Вход, конечно, пипец дорогой, но за выполненное задание из Black Pass забираем 5к. Почти уже нафармили 3-й уровень, и это все за 1 час. Нам как бы надо для задания вступить в фракцию, но у меня нет 3-го уровня. Ну, ребятки, первый краш за спидран, перезаходим. А чё, стоим, ждем очереди, чилим. Заспавнился на хате Фомы, но вот взять ни одной тачки я не могу. По итогу тупо заспавнился в Егоровке, и сейчас надо бежать до ближайшей аренды. Зашибись, конечно, у меня Фома.
тупо из-за нее просрал время. Приезжаю к низкому автосалону, дабы купить себе тачку. Даже ловить на пополнение ничего не пришлось, потому что есть какая-то тачка за 30к в наличии. Красим ее в мужской цвет и отрываем от сердца 30 тысяч, но зато выполнили задание. Понятно, что ездить я на ней не буду, даже перепродавать не собираюсь. Чисто ради вот этого квеста вся эта суета. Опа, тут же меня настигает пейдейчик, и мне выдается 3-й уровень, и сообщается, что я могу работать кладменом. Спасибо. С 3-го уровня можно уже идти на собес во фракцию, но сейчас только есть ФСИН, а тут надо лицуха на оружие. Поэтому пока ждем нормальный собес, поработаю я как кладоискателем. Приезжаем к территории, выгружаем свою тачку, бегаем с кладоискателем, смотрим чё почём, а потом проходим мини-игру и находим сокровище. За таких 5 кладов мне дали сейчас 26к, что вообще-то немного, потому что с випкой каждая ходка должна быть по 30 тысяч. Опа, сейчас как раз 2 собеседования, но в правительстве только с 5-го левела, поэтому отпадает. А вот в больничке всего с 3-го уровня медкарта и лицензия у меня есть. Поэтому я приехал в правительство. Да, у них там собеседование, прием, но мне надо просто уволиться со своей работы. Потому что на собесе в армии я так уже получал себе отказ. Залетаем на характере в больничку, и мне пацик тут же отказывает. В РП-чат пишет челик нон-РП-ник. У вас РП-фамилии нету. Окей, меняем себе ник на Боб Ханов. Ну а пока мою смену ника админы одобрят, я лучше поработаю. Честно, не знаю, что произошло, но меня тупо начали ДМить инкассаторы. Вроде и прячусь за газелькой, но меня все равно как-то убили. А что я им сделал такого-то? Ох, красава, чел, тоже на Бугатти работает кладоискателем. Первый раз заправляю тачку за промокод на АЗС-ке. Кстати, почему в Бугатти льется 95-й, а не 100-й бензин? О, другое дело, за 2-ю ходку на кладах забираем 31к. Опа, еще один пейдейчик, а значит новая экспа. О, наконец-то админы мне сменили ник, и теперь по статистике я Боб Ханов. Блин, у меня таймер пропал, что за хрень? А, понимаю, переподключение. Блин, а я почти ходку завершил уже. Админ с джекпаком, так еще и с металлоискателем. Снова появился собес в больничку, только уже в Арзамасе. Ой, отлично, сразу приглашают во фракцию, просто шикарно. Принимаем, и у нас квест по фракции выполняется. Это самый изичный собес, который когда-либо я проходил. Тут можно еще неплохо заработать на фракционных заданиях. Дают целых 40 тысяч, а метка стоит на семейном конте. Что? Плюс еще один пейдей, и я получил свою первую зарплату во фракции. 5000 за час, серьезно? На выходе из больницы стоял вертолет, ну и я решил его своровать. То есть на 1-м ранге я не могу ничего спавнить, но зато управлять фракционным вертолетом я могу. Вы скажете, что я гений, и я вам скажу да, потому что я прилетел к Пантелеевичу брать заказ по поводу кладоискания. Это просто гениально, зачем тратить деньги на ремки своей машины, если можно тупо прилететь. Да и в принципе вертушку у меня никто не угонит, главное, чтобы она сама не выгрузилась. За эту ходку вытащил целых 30 кусков, потому что прилетел быстро. И вроде в чате не было, что весь транспорт выгружается, но почему-то моей вертушки нет. Получил еще один пейдей. Ну как бы работа кладменом продолжается, и в этот раз почему-то вытянул 25 тысяч. Пока работаю, пробивается еще один пейдей, и потихонечку деньги в банке копятся. О, гляньте, кроме меня еще 2 Бугатти стоит у Пантелеевича. Тоже с промиком играют, ребятки. Не я один такой умный. Ну, как же обойтись без крашей, да? Перезаходим, получается. Дождался я своей очереди, и тут вижу, что на мой ник нет аккаунта. И вспоминаю, что надо в лаунчере было сменить себе ник. Со 2-й попытки успешно залетаем в игру, арендую скутер и едем покупать себе хату, потому что денежка на кармане имеется. Кто не шарит, в Бусаево самые дешевые квартиры всего-то по 150 тысяч. О, как раз даже зеленые пикапчики, значит есть свободные квартиры. Че? Обожаю ДМщиков. Тем временем шел 5-й час спидрана. Давайте посмотрим ценник у обычных квартир в Арзамасе. Чё? Какие 850 тысяч? Ровно в 23 по МСК пробился пейдей, и я решил зайти в какую-то мини-игру. Естественно, я проиграл, но зато по статистике видим, что у меня уже 4-й уровень. Квартиру для РП сна я не купил, поэтому вот так вот в больничке на койке будем спать с помощью анимки. В
Всем салам, пацаны. Я поставил будильник на 6:30, и меня уже отключило от сервера. Поэтому быстренько перезаходим, чтобы словить payday за 7 утра. По таймингу мы провели на Black Rush даже меньше 10 часов, а значит просрали где-то 2-3 пейдея. А нет, по статистике видим, что получили 18 экспи за ночь, это 6 пейдеев. На самом деле ночью пофармили довольно удачно. Вау, сколько квестов мы выполнили, пацаны, осталось вообще чуть-чуть. Уже утречком я все-таки добрался до Бусаева, но почему-то я не могу себе купить квартиру, у которой даже нет владельца. По идее, она должна скоро слететь, и тогда только сможем купить. Но у нас времени не особо много, так что поищем другой вариант. Я приехал в центр Батырова, потому что здесь тоже продаются довольно дешевые квартиры. Блин, здесь квартиры стоят по 250, а у меня только на руках 210. Получается, надо сделать две ходки на клады. Можно было бы бомбить, но сейчас не фуловый сервер, поэтому быстренько зайдем. О, а вот и как раз пейдейчик за 7 утра. Нормальные люди в это время просыпаются и идут на учебу, а Крейт шпилит в Black Rush. Кстати, ребятки, мы апнули 5 уровень, поздравляемся. За первую ходочку вытащил 29 кассиков, где-то там дальнобои ЕПП-шат, а я завершаю свой последний клад второй ходки и получаю почти 32 тысячи. На руках имеем 268 каналом, поэтому полетели за квартиркой. Фух, наконец-то я больше не буду бомжом. Чё? Буквально полчаса назад эта квартира была пустой. Но это значит, что квартиры здесь востребованы. Поэтому уже на втором этаже ловлю себе такую же квартирку и выполняем очередной квест. У меня даже в хате компьютер есть, а у тебя? Теперь уже как мажорчик идем в банк и оплачиваем свой дом. Ну, давайте дней на 10. Вот как раз не зря врачом работал, оплатил себе домик. Проезжал, короче, я мимо Гореля. Ну и естественно пропустить этот трамплинчик я просто не мог. Ставь лайк, если ты тоже любишь делать сальтухи с этого трамплинчика. Клады, конечно, лучше, но вот я с випкой еще не работал на автоугоне, и сейчас посмотрим, сколько можно поднимать. Ну вот, Краш, обращаюсь конкретно к тебе, вот не вовремя сейчас сильно. Попытка получается номер 2 протестить автоугон. Опа, кажется, я нашел свою машинку. Это же прям та тачка, которую я купил в автосалоне за 30 тысяч. Она же, по идее, лучше Зазика, но все еще говно. За эту тачку, грубо говоря, мне дали 20 тысяч, что неплохо, но новый заказ я не могу взять, потому что здесь КД 7 минут, что просто убивает этот вид заработка. И автомеханик починил за соточку, и тут же payday пробился, просто не жизнь, а сказка. Следующий заказик у меня был угнать вот такой вот розовый гольфик, и надеюсь, за него дадут ну хотя бы побольше. Чё, какие 17 тысяч? Ты чё, Артём, офигел вообще? Мне там особо скучно становилось, я еще и РПшечки с копами отыгрывал. За 9 часиков тоже забираем пейдейчик. Я хотел припарковать свой Бугатти около дома, но это нормально. Но вот из-за грин-зоны вокруг моего дома и гаражей, я вообще не знаю, где мне ее ставить. Поставил где-то в Мухосранске. У нас там, короче, всякая РПшная фигня, там забивы, стрелки, у нас такая полу-ОПГшная Фома там. Какой раз у меня уже крашит? Я честно не знаю как, но я попал в тюрьму. Я просто отставил планшет на минут 10, возвращаюсь, а я уже в тюряшке. Первое задание было разложить малявы, и за это мне дали 1 очко экспи и 2000 вертов. О, так это мы сейчас можем экспу себе качать в тюряшке. Блин, тут КД 15 минут между заданиями. Что за подстава? Мне сидеть осталось 17 минут. Я сказал начальнику, что он мусор, и меня закинули в карцер на 45 минут. Это, наверное, максимум? А, ну короче, через 5 минут меня отпустили. Пробился payday в честь 17:00, и мы уже, считайте, играем больше, чем 24 часа. Эксперимент получается довольно долгим, поэтому давайте разделим его хотя бы на 2 серии. Ой, что я за эти сутки только не переделал. Хз вообще, что будем делать в следующей серии, но еще как минимум 24 часа. А для вас, как всегда, старался Крейт. Еще услышимся, ребятушки. Пока-пока.